в этих глобальной экономике я ничего не понимаю, поэтому рассуждать об этом не могу. Изменится ли у них там с газом ситуация? Ну, войдет. Ну, для Украины, наверное, конечно, это хорошо. Они начнут, как Грецию, поддерживать Украину, деньги давать ей. Вот. Другое дело, нужно ли это вот той же самой Германии, которая кормит этот Евросоюз. Вот это вопрос. Поэтому не буду выдвигать мнение, ничего в этом не понимаю.